От вопросов личного характера до глобальных тем, которые касаются жизни любимого края. Благодаря формату выездной администрации свои проблемы уже удалось разрешить сотням мытищинцев. Здесь, исходя из тематики обращения, каждый попадает к профильному специалисту, либо первым лицам администрации. Жительницы СНТ Репка на встречу главе округа Юлии Купецкой пришли уже во второй раз. Мы сегодня были по земельному вопросу нашего СНТ. И вопрос решается в положительную сторону. Он, конечно, будет долгий, но поэтапный. И нам теперь, как членам СНТ, понятно. Нам нравится, что в нашу сторону, в общем, повернулись, как говорится. Мы так давно добивались этого. Земельные вопросы всегда актуальны для жителей округа, особенно для тех, кто проживает на сельских территориях. Именно по ним сегодня поступило большое количество обращений. Очень много вопросов о земле и нет конкретных ответов. Поэтому мы сегодня получили решение суда, а оно неисполнимо для органа. Они нас сейчас ведут к тому, что мы должны повторно обратиться. Это финансы, это нервы, это время. Поэтому вот такие встречи, они очень хороши, хотя бы тем, что мы можем решить проблему хотя бы на начальном этапе. Вот. Приятно очень работать с членами администрации, потому что очень компетентные, профессиональные. Конечно, не все вопросы удается разрешить быстро и сразу, зато встречи в формате выездной администрации дают жителям возможность быть услышанными. Без внимания не остается никто. Вопросы горожан фиксируются и решаются согласно законодательным возможностям. На земле общего пользования мой сосед поставил забор. Я попросила их, чтобы они снесли. Вот они обещали, что до конца месяца все это будет сделано. Я очень благодарна сотнику и всем сотрудникам, которые так ко мне чутко отнеслись и решили мой вопрос. До этого никогда такого не было, мы очень мучились и любой вопрос не могли решить. А сейчас очень хорошо принимают и настолько все организовано. Кроме земельных вопросов в списке основных тем обращений – благоустройство, ЖКХ и газоснабжение. На прием пришли 57 жителей округа, которые задали более 60 вопросов по различным направлениям. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первомытищинский.